глава анапы находится в рабочей командировке в москве юрий поляков в составе делегации региона которую возглавляет губернатор кубани вениамин Кондратьев, принимает участие в презентации экономического и инвестиционного потенциала края в торгово-промышленной палате российской федерации юрий поляков в своем докладе представил уникальный климатический и инвестиционный потенциал анапы а также проект по созданию на пионерском проспекте круглогодичного санаторного комплекса категории 5 звезд остальные подробности позже